что такое кузинат по-французски. Кузина, много работы и много пива. Моя мама 8 брат и сестер. Это моя мама. Похоже. Мой сын. Мой мама. У папа 4. У всех есть дети, внуки и правнуки. И раз не сколько лет, мы встречаемся. Еще один кузен, который зовут Реми. Реми, еще один кузен, из 50 кузен у нас. Кузина и кузен, поэтому называется кузинад. Это Винсент, мой племянник. Такой большой, красивый, который почти говорит по-русски. Спасибо. Это мой кузин Луиз, который живет в Германии. Германии. Добрый день. Добрый день. А, voilà. Что мы делаем? Мы играем в игры. Дети играют вместе. Отмечаем день рождения. Мы поем песни. Обычно мы встречаем в центре Франции. Все идут из разных регионов, так всем неудобно. В этом году кузинат был в La Vendée, регион Вандии, в центре Запад Франции, где много вкусной еды. В этом году было только немножко людей, только 60 человек. А был кузинат, когда был 300 человек раньше. На кузинат много и вкусно едим. У нас кузинат сегодня ночь будет 60 человек. Когда мы съем мясо, это 6 килограмм мяса. Когда съем соус, это 5 литров соус. Это будет кускус настоящий. Угадает, кто готовит. Шеф Вивьен. Кузина это много объем, много вкус. Люди знают, что шеф готовит. Люди хотят тоже вкусно. Что мы едим в нашей семье? Все любят вкусно поесть. То есть мы сделаем массаж, все. Лавровый лист и маринад. Это лимонад. Ну, похоже суп сейчас больше, чем лимонад. Это лимонад для детей, все киви, мята, лимонный сок, сахар, газированная вода. Это все. Это моя кузина, которая работает. Это фасоль. Может из Вандии, который мы забили его размочить. Поэтому сейчас сложно его готовить. Обычный кузинат это несколько дней. И завтрак, и обед, и ужин, и полник. Пьем хорошее вино,
пьем пиво. Запекаем баклажан. Будем взять баба-гануш. И я всем готовлю. Всегда. И все довольны. Смотрите, что мы едим. Мы сейчас проверим, если готов и нет, как Д'Артаньян. Поросенок, нужно его готовить 3 часа и даже 4 часа, я думаю, скоро будет. Уже почти горячий внутри, вот уже это фарш. Селин Лин, который не знает, как работает машина. Адриан сейчас нас делает крамбл, он не слушает, и он делает тесто. Нужно взять крамбл, нет теста. Должны маленькие кусочки, и не как тесто. Некоторый кузен любит петанг, французская игра. И некоторый, который любит пале, как большой монетка. Какая французская игра. Я обожаю кузинат. То можно видеть мой кузин, который я не видел и уже несколько лет назад.